земле председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Викторович Подгорный вручил ордена и почетное оружие группе военачальников советских вооруженных сил. Среди награжденных маршал Советского Союза Ворошилов, маршал Советского Союза Буденный, министр обороны СССР, маршал Советского Союза Гречко, маршал Советского Союза Якубовский, маршал Советского Союза Захаров, генерал армии Епишев и другие. В тот день, когда советский народ праздновал 50-летие своих героических вооруженных сил, в Кремлевском дворце съездов состоялось торжественное собрание, на котором выступил генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев. Товарищ Брежнев зачитал приветствие ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР, воинам советской армии и военно-морского флота. Министр обороны СССР, маршал Советского Союза Гречко, в своем докладе «50 лет на страже завоевания октября» говорил о героическом пути, созданных партией Лениным советских вооруженных сил, стоящих на страже мира и строительства коммунизма. 50 героических лет советский народ дал своим вооруженным безмерна любовь народа к своей родной армии. Ей он доверил самое дорогое — защиту первого.